сияющие глаза, гордая осанка и непременно яркая улыбка. Маленькие участницы конкурса Little Top Model of Tatarstan уже знают, каково это быть королевами подиума. Пение, танцы, изучение языков, занятия в модельной школе. С самых ранних лет эти юные принцессы развивают свои таланты. Я на месте не сижу, на свидания хожу. Очень я красивая, но слегка болтливая. Карина Хабибуллина, первоклассница, в таком конкурсе участвует впервые. Уверена своим обаянием, она уже покорила жюри. Я очень хочу стать моделью. Мне нравится рисовать, наряжаться. В этом году участвуют не только девочки. Побороться за право представить республику на всероссийском конкурсе пришли и мальчики. Мне нравится представлять красивую одежду. Я художник, поэтому мне нравится изучать новые стили. На конкурсе маленьких моделей все по-взрослому. И показы от модных коллекций, и духсоперничество, и конкуренция. Но среди 22 финалистов только трое поедут представлять Татарстан на конкурсе российского уровня. Оценивали маленькие таланты именитые стилисты, телеведущие, а также те, кто на своем опыте знает, каково это носить гордые титулы и короны. Детишки замечательные, они обаятельные, но они еще и умницы, и мальчики, и девочки. То есть просто удивление. Все юные модели получили памятные призы и, конечно, бесценный опыт выступлений на большой сцене, который им непременно пригодится в дальнейшей карьере на подиуме. Алина Мусина, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.